Вы смотрите новости на Солнце ТВ, мы продолжаем. В Южно-Сахалинске активно ремонтируют дворы. На финишную прямую вышли работы на проспекте Мира 239В. Там уже подготовили дорожный проезд к асфальтированию, оборудовали тротуары и парковку. По просьбам жителей района во дворе благоустроят пешеходную дорожку между домами. Завершить работы планируют к 1 сентября. У нас уже выполнена подготовка. Выставляется бортовой камень, ну и в срок заасфальтируем все одновременно. Нам осталось сейчас засыпать щебень, доделать бортовой камень на парковках, основание выполнить на парковках и заасфальтировать. Всего текущим и капитальным ремонтом в этом году в островной столице охватили более 100 городских дворов.